Малинка, ух ты, какая красавица! Линка моя, о, кабачочку родился. Укуси меня. Вы медведь. Медведь? А ты кто? Тоже медведь, только маленькая. Я тут у вас поживу. Меня Степанит зовут. Малышка, твоя племянница. Приюти девочку на лето, она очень любит природу. Так и милости просим, завсегда рады. Как ты, говоришь, тебя зовут? Степанида. Ну, как там дома? Да, все ничего. Летом тепло, зимой холодно. А как поживает брат? Сестра. Спасибо. Мама в порядке. Передает тебе привет. Спасибо, спасибо. Приятно, когда родственники не забывают. Подарки делают время от времени. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Копатыч! А что это ты, Копатыч, в детство впал? Ко мне вчерась племянница приехала. Стешей звать. А, да вот она. Знакомьтесь, это тетя Савунья, а это Стеша. Привет, тетя Савунья. Здравствуй, Степанидушка. Приятно познакомиться. Какие данные. Да это будет настоящая чемпионка. Ты думаешь... Ёжик, каждое серьезное тайное общество имеет свой секретный штаб. Мы с тобой серьезное общество? Ну, довольно-таки серьезное. Значит, нам нужен секретный штаб. И он будет здесь. А этому штабу обязательно быть так высоко? Обязательно! Так его точно никто не найдет. Ой! Привет! Ты как сюда попала? Влезла по дереву. Это невозможно. Наше дерево неприступно. Еще как возможно. Передними хватаешься, задними отталкиваешься и влезаешь. Да ты вообще кто? Я медведя вашего племянница. Копатыча? А он не говорил, что у него есть племянница. Он у меня скромный. Однако, перистые облака. Как бы завтра не испортилась погода. Так, что у нас тут? О, чистоплотная вы наша. А это что? Секретный штаб. Какая прелесть. А там у нас, конечно же, крош, ежик и бамбуковая панда. Бамбуковая панда? А этот вон с трубой кто? А, это Лосяш, наш ученый. Если знать к нему подход, всегда можно поиграться в его компьютер. У него есть компьютер? Мне домой пора. Ёжик, ты не помнишь, как это она говорила? Задними хватаешься, передними отталкиваешься. Крош, даже не пытайся. Итак, ареал обитания в горных лесах Китая, в Индокитае и на острове Калимантан. В средней полосе бамбуковая панда не водится. Не водится.
точка. Хм. Феноменально. Дезинфекция! Подвинься, Копатыч. Так у меня ж чисто. Я ж того, подметал на прошлой неделе. Прошлая неделя не считается. С этой недели ты начинаешь новую жизнь. Влажная уборка 2 раза в день. Дети, Копатыч, это тебе не лопухи. Они в мусоре не растут. А это чего ж за цветок у тебя такой, Стешенька? Это бамбук, дядя Копатыч. Бамбук, ишь ты. Доброе утро, Стешенька. Я тут твой бамбук в огород посадил. Только я его на пригорок посадил. А теперь вот думаю, может, лучше было в низинку? Укуси меня, пчела. Угощайся, Копатыч. Ты пакость какая. Копатыч! Ау! Ау! О, здорово, ребят. Мое почтение, семейный вы наш. А что значит эти лесозаготовки? Да вот, видишь, как забамбучило. Копатыч, ребенку негде играть из-за твоей ботаники. Девочка должна развиваться. Ей нужно место для игр. Убери это все сейчас же. Да ведь этот бамбук растет, зараза, быстрее, чем я успеваю его пилить. Дети растут быстрее всякого бамбука. Ой! Ох, как только я без тебя, Стешенька, раньше жил. Ты, кстати, обратно домой. Когда собираешься? Пока не решила. Может, осталось на подольше? Да и бамбук у тебя прижился. Это верно. Бамбук у меня прижился. Так в этом растении решение проблемы. Недальновидные вы мои. А я говорил тебе, Крош, кролики по деревьям не лазают. Ну, если только не ищут на свой хвост неприятностей. Фы, да у меня почти получилось. Я только спутал немножко. Оказывается, надо было передними хвататься, а задними отталкиваться. Я просто поздно это понял. По-моему, неплохо. Ух ты! То, что надо! Спасибо! Только вот эти шторы надо сменить. Это чайник убрать. И этот коврик. А вы уверены, друг мой, что она ваша племянница? Может, она что-нибудь перепутала? Ошиблась с дверью, например? Нет, я уверен. А откуда такая уверенность? Эх, Лосяш, тебе этого не понять. У тебя ж никогда не было племянников. Это ж родная кровь. Сила! А потом, она так похожа на моего дорогого брата, в смысле, на сестру. Придется нам, Зина, пожить в этой деревне. Порядок навести, обустроить все как следует. Скучно, говоришь? Вот и надо сделать, чтобы всем было весело. Здравствуй, Стеша. А я вот тебе бамбук принес. Посадишь тут где-нибудь у себя. Копатыч, бамбук нельзя около дома сажать. От него ж потом не избавиться будет. Но теперь-то ты видишь, Зина, они ж как маленькие. Они тут без меня совсем пропадут. Ты пакость какая.
криво. Нет, друзья, так не пойдет. Звезда – это же стержень праздника. Апогей! Тут халтура недопустима. Лучше вообще без этого апофигея. И снова криво. Какая красота! Да, могут парни созидать, могут. Не без надлежащего руководства, разумеется. А елочка это, конечно, хорошо. А какие будут развлечения? Фейерверк, фанты и обмен подарками. Как-то все это слишком традиционно. А не провести ли нам новогодний конкурс талантов? Прекрасная идея, не так ли, друзья? Так и знала, что вам понравится. Мальчики смогут наделать афиш для конкурса и построить открытую сцену прямо здесь. А конкурс мы назовем международный. Уже разбираете или только складываете? Складываем. Строим, в смысле, сцену. Значит, не опоздала я. Вот, приглашение мое на конкурс местный, международный. А звать меня Шуша. Кушайте, кушайте. Тут все свое, с огорода. Маменька еще осенью засолила. А я бы тут подумала. Главный приз хорошо бы стразиками украсить. Розовыми, например. А это кто? Шуша меня звать. На конкурс приехала местный. На конкурс? Вы тут кого за моей спиной пригрели? Никто меня не пригревал. Я песню исполнять буду. Песню, значит. Ну-ну. О чем вы только думали? Бедняжка приехала на международный конкурс. И что она тут увидит? Полтора зрителя в зале. А откуда, кстати, эта Шуша? А, из Шушуйска или Шушенского. Говорит, приехала столицу покорять. Молодцы! Обманули наивную девушку, пустили пыль в глаза. Как она теперь сможет хоть кому-то поверить? Выход, конечно, есть. Устроим прослушивание, а потом скажем, что данные, безусловно, неплохие, но следует еще поучиться. Не волнуйтесь, голубушка, это всего лишь прослушивание. Да. А что мне дергаться-то? Вот на ты. Попробую сыграть. К нам зима пришла, и вот засыпает огород. Снег, снег, снег! Это даже лучше, чем я могла себе представить. Ну шо? Данные неплохие, но, боюсь, для международных конкурсов пока рановато. Обойдусь и без ваших конкурсов, и без ваших призов. За разиками. Со стразиками! Не хотите и не надо, нам больше достанется. Ну что такое? Ну почему никто не верит в Шушу? Даже маменька говорит, что мне ничего не светит. Только шипеть да под фонограмму извиваться. Я даже песню написала. Сама. А я ж просто петь хочу. Мне и призы не нужны. Шуша, Шуша, подожди. Если так хочешь, так и быть.
можешь выступить. Только вне конкурса. Правда? Ой, спасибо, родненькие мои. Надо бы тебе позаниматься. Бараш поработает над твоим текстом, а Карыч с тобой позанимается вокалом. Ага, я буду стараться. Честно. Думаю, ни у кого не остается сомнений. Сегодняшняя победительница — Нюша! Ой, как это неожиданно. Я даже не знаю, как сказать. Спасибо вам за ваш верный выбор. А теперь поприветствуем наше юное дарование, выступающее вне конкурса. Дамы и господа, Шуша! Шепчет, опадая поздняя листва. Старый ветер ищет свой ночлег. Так почти всегда бывает. Мир как будто засыпает. Засыпает первый вне конкурса? Это ж твой приз! Держи, пока я не передумала. Давай фейерверк. Кстати, с Новым годом! Ага, с новым счастьем! Ух ты! Ха-ха, смотри! Да смотри же ты, ежик! Смотри! Бочка! Бочечка пошла! Опа! Ха-ха. Смотри, смотри! Смотри сейчас! Смотри! Мертвая петля! Смотри! Смотри, смотри! Вот так вот! О, Крош! Ты уже полчаса играешь, теперь моя очередь! Погоди, ну еще немного!
Ножичка, ну все, ну на, держи. Ну вот, горючее закончилось. Твоя очередь бежать. Вот почему всегда так? Как бежать, так моя очередь, а как играть, твоя. Крош, смотри. И, Кахамахи Конгу. Ухой. Дикарь. Кахамахи Конгу. Шашлык вроде. Анюшу видел кто-нибудь сегодня, а? Ёжик, вернись немедленно. Ёжик. Осторожно, друг мой, коммуникабельный. Можно я заберу? Конгюбур каравай, каравай ягу, буханку, буханку. Кажись, есть хочет, буханку просит. Буханку? Это твой народ, каравай. А тебя зовут буханку, да? Хой! Буханка, этого еще не хватало. У-у, каравай, пхай-пхай. Ладно, спасибо вам за самолет. Пошли, ежик, пошли отсюда, пока он не проголодался. Нет, ну ты мне скажи, зачем ты его в дом притащил, а? Ну не оставлять же его было на улице. Неудобно. Йоли-йоли, хайну, ха? Подожди, буханка. Хей, яхну. Уяху, хаяху, ха. Уяху, ну. Йоли-йоли, хайну, ха. Он всю жизнь на улице. Это ему в доме неудобно. Он дикарь, понимаешь? Дикарь. Любопытнейший материал для исследования. Дикарь в цивилизованном обществе. Да, он у тебя уже совсем ручной стал. Вот увидишь, скоро к нему в гости родственники приедут. Эти, как их? Чебуреки. Караваи. Ну да, кексы эти. Будет у тебя не дома, а хлебная корзина. Консоме со спаржей. Ой, как не, ой, блин, дай. А я, ха. Йох, буханка, йох, так нельзя. Йох, хариман дарит йох, хе. Ёжик, не трогайте коря чистыми руками. Может, у него блохи или какая-нибудь тропическая чесотка. Нет у него никакой тропической чесотки. Ёжик, ёжик, слышь? Я тут будку построил для твоего дикаря. Ну, это, не держать же его в доме с грязными лапами-то. Это буква А, понимаешь? А. И чего ты, ежик, носишься со своим дикарем? Ему, может быть, надо травку пощипать или на жуков поохотиться. Любопытно. Объем черепной коробки почти как у разумных существ, вроде нас с вами. При должном воспитании он мог бы развиться в полноценную психическую личность.
ежик, а много у тебя еще этих караваев? Он не говорил, сколько их. А тебе зачем? Ну, если они не относятся к исчезающему виду, то один экземпляр можно будет всецело посвятить нуждам науки. Что значит «посвятить»? Позвольте, но как же наука? Это буква И. Как бы тебе объяснить? Это сложно, но понимаешь? Вот такая буква. Ёлки-иголки! Да что ж ты будешь делать? Я немного изменил наклон хвостовых лопастей. Это позволит ему быть более маневренным. Стой! Это ты сказал? Ты что, умеешь по-нашему говорить? Фу, у вас несложный язык. Язык караваев гораздо сложнее. Я давно понял, как устроена ваша речь. А чего ж ты раньше молчал? А раньше самолета был в порядке. У вас, у караваев, что и самолеты есть? Нет, в этом нет необходимости. Так ты, значит, не заблудился тогда в наших краях? Я никогда не заблуждаюсь. Просто передо мной стояла такая научная задача. Прожить неделю среди дикарей. И я с успехом справился с ней. Более того, это время не показалось мне таким уж тягостным. Я пришел к выводу, что вы еще способны развиться до пристойного культурного уровня. Я непременно расскажу об этом моему народу. Прощайте, друзья, ибо отныне мне хочется считать, что мы друзья. Вы согласны? Да. Халимака, хайнука, бейханах. И-йок! И-йок! Ёжик, а ты не понял, кого это он назвал дикарями? Конфетти. Не будем. Это должна была быть снежинка, как у тебя. Может быть, твоя снежинка не хотела быть похожей на мою? Хотела. Я свою снежинку лучше знаю. Я ведь тоже хотела бы быть похожей на тебя. На меня?
А что во мне такого особенного? Как будто ты не знаешь, ты просто идеальная. Вот как такой стать, а? Даже не знаю. Наверное, я просто родилась идеальная. Идеально. Так. Отличный кадр. Но чего-то не хватает. Ай, ничего, сейчас исправим. Так, натура в порядке. Так, не то. Опять не то. Вот оно, приступим. Добрый вечер! С вами специальный корреспондент Игогоша. Я веду свой репортаж из глубинки, где мы познакомимся с местными традициями празднования Нового года. Эй, гражданочка, что это вы тут устраиваете? У нас не зоопарк, между прочим. О, а вот и местные жители. Расскажите, какие новогодние традиции сложились в вашей очаровательной глубинке? А я знаю, кто знает про традиции. Новогодние традиции? Да вроде и нет никаких. А я говорила, у нас тут не зоопарк. Давайте напрягитесь, не позорьте глубинку. Ну мы это, в снежки играем, вот. Снежки, как это мило. Давно забытая игра в больших городах. Мощно. Телескоп, как следует из его названия, прибор для изучения телесных небес. Простите, вернее, небесных телес. То есть тел. А по новогодней ничего нет? Какое чистое небо! Никогда не видела полярную звезду такой яркой. Просто фантастика! Разжигаем огромный костер, гигантский, и под переливы бубна вводим хороводы. Самые смелые и отчаянные потом прыгают через костер. И некоторым даже удается. Да, но это только если ты чист душой и не наломал дров в уходящем году. А какая замечательная традиция. Правда, немного напоминает обряд на Ивана Купала. Скорее всего, оттуда он и был позаимствован вашими предками. Ну, разумеется, нашими предками. Всезнайка тоже мне. Так почти всегда бывает. Мир как будто засыпает. Засыпает первый снег. Снег! Хорошо, ребята! И что, нас всех теперь по телевизору покажут? Конечно. Вот здорово! Я бы тоже хотела быть телезвездой, как ты. Так что же мешает? Ты думаешь, у меня получится? Почему нет? Сима, ты просто идеальная. Панди, мы же не успели украсить елку. Хочешь, я научу тебя вырезать красивые снежинки? Ну, мне надо помочь Игогоше. До эфира осталось всего ничего. А как же наша елка? А давай ты сама ее доукрашиваешь. Но... У тебя все равно это лучше получается. Бумажные снежинки. Какая трогательная традиция. Надо обязательно включить это в наш репортаж. Только бы не забыть. Я даже не подозревал, как это приятно, когда у тебя берут интервью. Признаюсь, коллега, я тоже с нетерпением жду этого новогоднего эфира. Может, еще ничего и не будет. Вдруг у этой вашей Игогоши еще ничего и не получится. О, Нюша, можешь не переживать. Игогоша — репортер от Бога. Да, она просто идеальна. Лосяш, вы надкусили праздничную гирлянду. Не беда, экономный вы мой. У Игогоши запасов хватит на всех. Как с ума все посходили со своей-то Игогошей. Видали, мы и поидеальней. И вообще, сняла свои глупые традиции, так уезжай. Панди! Я так нечестно! Ой, идеально! Берегись! Посмотрим, что вы скажете, когда ваша замечательная Игогоша потеряет свою камеру. Идеальная растяпа! Ой. О, привет! А я тут решила купание в проруби поснимать для Игогоши. Правда, замечательная традиция?
правда. А я еще хотела быть такой же, как ты. Это не то, что ты думаешь. Я правда собиралась понырять. Вот, посмотри. Да уж, и как-то совсем не идеально получилось. Да куда ты собралась с утра пораньше? А как же репортаж, традиции? Не будет никакого репортажа, потому что я самая глупая журналистка на свете! Вот еще новости. Я забыла нажать кнопку записи в камере и ничего не сняла. И уже ничего не успею к эфиру. Как? Вот так. У меня никогда ничего не получалось. Поэтому меня и послали на самое неинтересное и простое задание. Но я и тут всех подвела. Жалкая неудачница. Да нет, ты же это репортер от Бога, просто идеальная. Как видишь, я совсем не такая. А я ведь вся обзавидовалась из-за тебя. Ты ж такая классная. Так было обидно, что кто-то лучше меня. И так тебе хотелось твоим же микрофоном по лбу дать. Спасибо. В смысле, за искренность. А не за то, что микрофоном греть хотела. А знаешь что? Пусть мы обе и не само совершенство, но если объединить все наши плюсы, на одну идеальную журналистку должно хватить. Ты это к чему? Пусть время торопится, повременим, спешить вслед за ним. Это дело не наше. Нарядные дни и бесцветные дни смешались в одну разноцветную кашу. На белом листочке пустом возник нарисованный дом. И мы с этих пор в доме том проживаем, хоть верится в это с трудом. Так, тик-так, стрелки часов отмеряют минуты. Тик-так, как-то вот так и рождается чудо. Спешит электричество по проводам, боясь опоздать на свидание с эфиром. Скрипит карандаш и мерцает экран, и шарик смешной улыбается миру. Растет нарисованный дом. Кто знает, что будет потом? Пока на листочке мы все поместились, хоть верится в это с трудом. Так, тик-так, стрелки часов отмеряют минуты. Так, тик-так, как-то вот так и рождается чудо. Вот такие у нас в глубинке новогодние традиции. С Новым годом! С Новым годом! Ура! С новым счастьем! А где Фанди? Новый год! Ну, ёлки-иголки, ёжик, куда ты смотрел? Да не проблема, я сейчас достану. Молодец, Панди! Панди. Так, давай. Оп, еще чуть-чуть. Вот. Ёжик, тебе с нами нельзя. Здорово, Панди. А вот ёжик,
Друг мой, а где же ваш приятель Крош? Он не заболел случайно? Заболел этой, как его, пандянкой. Вы что-то путаете, друг мой малограмотный. Нет такой болезни пандянка. Есть ветрянка, есть водянка, есть мерцательная аритмия. А есть пандянка. Это когда ни с кем, кроме панды, играть не хотят. А, понятно. Ну, это не смертельно. Смотря для кого. По мне так хоть умри ежиком и родись пандой. Ну, зачем же такие крайности? Умирать. Достаточно выпить сыворотку панды. Лосяш, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Ну, зачем вообще вся эта ерунда? Пожалуйста, это очень важно. Ну, хорошо, хорошо. Ага, вот, сыворотка панды. Так, так, ага, и... Да, ничего особенного, простенький состав. Вот, 30 капель на стакан молока. Заесть рисовой лепешкой. Ого! Класс! Ты серьезно? Отлично выглядишь! А это ничего, что я выгляжу, ну, совсем как ты? Спрашиваешь? Это же круто! Сыворотка панды. Сюда, сюда! Ой. Молодец, ежик! Нет, ежик, дружить с девчонкой – это как есть немытую морковку. Никогда не знаешь, что с тобой будет в следующий момент. Вот где сейчас, по-твоему, эта панда пропадает? Крош, а ты не видел мои очки? Я нашла их, ежик! О, молодец, панди! Где больше двух, говорят вслух. Крош, ты все равно не поймешь. Хочешь, даешь мои орешки? Спасибо! Да едать еще за вами. Крош! Да ну! Яблоко! Редиска! Сыворотка панды! А? О, оба. И ты, Крош? Пандик, детка, будь другом. Я не пандик. Ну хорошо, хорошо, панди. Панди, это я. Крош, я нашел его. Минуточку. Это что это здесь происходит, а? Чем я вам могу помочь? Понимаешь, лосяш, косички это уже как-то не актуально. Да на здоровье, мне это что? Да и розовый цвет совсем не в духе последних новинок сезона. Ты не находишь? Да откуда мне знать? В общем, я решила сменить имидж. Под панду, будь добр. Так, так, это сюда. И вот так. Вот. Не могли бы вы мне объяснить, изменчивая моя, с каких это пор быть собой стало немодно? С тех пор, как стало так просто быть кем-то другим. Значит так, тот, кто хочет стать настоящей пандой, должен усвоить несколько правил. Во-первых, ничего лишнего. Во-вторых, все необходимое. Не хочу, пустите! Не капризничай, Крош, иначе не станешь настоящей пандой. Ну вот, более-менее прилично. Я все сделал, как ты велела. Таким я тебе больше нравлюсь. Бараш, Нюша, это та, что стоит справа. Ой, Нюша, таким я тебе... А теперь начинаем наш курс молодого бойца. Как стать пандой?
Бабочка, бабочка моя. Знаешь, Лосяш, нет, тебе, конечно, очень удался мой новый образ, но мода ведь не стоит на месте, верно? О, и не говорите, сущее наказание. Не успеешь отпустить рога, как снова в моде лысина. Правда же? Так, может быть, ты подберешь мне что-нибудь новенькое? С удовольствием. У нас очень широкий модельный ряд. Вот, например, рекомендую. Практично, не броско, но с некоторой изюминкой. Ну вот если бы волосы помягче и взгляд повыразительней. Понимаю, не ваш стиль. Тогда предложу вот это. Дерзко, ярко, с вызовом. Тут уши слишком длинные, а ноги короткие. И копытца. Я хочу копытца. О, тогда это. Натуральная овчина. Очень актуально. Да, но это как-то ближе. И по цвету похоже, хотя... Стой! Погоди-ка! Назад, назад, назад! Во! Это хочу. С бантиком. А, модель Нюша. Прекрасный выбор. Это именно то, что вам нужно. Чуть-чуть сюда. Этого. Вот так. Капельку этого. Угу. И сюда. А так, так. Угу. Так, 30 капель сыворотки на стакан касторки. И вы, как настоящая Нюша. И не забудьте заесть мылом. Касторки? Мылом? А что вы хотите? Красота требует жертв. Ой, что-то панды роятся. Наверное, к дождю. Вы все ко мне, бледнолицые братья. Тогда прошу. Ты такой необычный. Правда? Ты тоже выглядишь очень по-особенному. Эх, ёжик, хорошо, что ты обратно, ёжик. Лосяш не подкачал. Жалко только, что пришлось мыло есть. Мыло? Ну, чтобы обратно собой сделаться. А нам он мыло есть не предлагал. Не предлагал? А это потому, что ежика может сделаться каждый дурак. А Нюшей стать очень-очень трудно. Не всякий справится. Между прочим, так оно и есть. Ежик, ты чего вообще болтаешь? Если Нюшу разозлить, это будет похуже всякого мыла. Привет, зверинец. Мне говорили, что панда исчезающий вид. Но чтоб до такой степени, я даже не ожидала. Панди, как я рад, что ты теперь та самая панда. А мне жалко, что ты теперь уже не ежик, а ежик, который больше не панда. Ой, не могу. Да ладно. Поля. Он далеко,
Я про него практически ничего не знаю. Он обо мне вообще ничего не знает. И это дает такие возможности для фантазирования. Я думаю, Микки-Поль такой, Микки-Поль-сякой. Хотя мне хватает ума понимать, что узнай я его поближе, он наверняка окажется таким же, как все, если не хуже. Может, тебе уехать куда-нибудь, а? На время. Я буду думать, что ты преодолеваешь бури и невзгоды, испытываешь судьбу, совершаешь подвиги. Про Бараша слышно что-нибудь? Нет, совсем ничего. Ха, странно все это. Ушел, никому ничего не сказал. Куда ушел? Зачем? У меня просто сердце от беспокойства разрывается. А у тебя? Что? У тебя сердце от беспокойства не разрывается? Пока нет. Бараш? А? Бараш! Я знаю, что ты здесь! Хватит меня разыгрывать! Ну где ты, а? Бараш! Разрывается! Разрывается! Что такое? Давно пора. Ну как же ему дать понять, что ему уже можно вернуться? Почему он не пишет писем? Это же так глупо уехать и не узнавать, что я о нем тут думаю. Но должен же он почувствовать сердцем. Я же почувствовала вдруг, что мне его не хватает. А может, ему все наоборот? Чем больше расстояние, тем меньше он чувствует. Может, он уже не помнит меня? Странно. Я чувствую себя внутри какой-то пустой, незаполненной. Слушай, хватит так много есть. Ты скоро станешь как бочка. Ты, может, и не знаешь? А вот мне сказали, что в этом мире все тела притягиваются друг к другу тем сильнее, чем меньше расстояние между ними и чем больше их масса. Расстояние между мной и Барашем я сократить не могу. Остается увеличить массу. И что, ты собираешься разъесться до размера горы? А что делать, если он такой бесчувственный? Мои эмоции можно не замечать на расстоянии, но гравитацию игнорировать не получится. Здравствуйте. Скажите, а где живет девушка Нюша? А зачем она вам? Видите ли, я был очень популярным музыкантом и от этого очень одиноким. Но как-то я повстречал одного странника, который отправился в изгнание из-за прекрасной девушки. Он много мне рассказывал о даме своего сердца. И я полюбил ее в своем воображении. Я знаю, что очень некрасиво отбивать девушку у друга, но я ничего не смог с собой поделать и отправился в путь за своим счастьем. А что вам больше всего понравилось в Нюше?
Да все понравилось, честно говоря. Нет, а что особенно? Мне особенно понравилось, как она собирает грибы и когда смеется, читая книжку на качелях. Да, и когда загорает. Тоже очень классный момент. Это она? Ага. Я как-то ее по-другому представлял. Да-да-да, я знаю эту теорию. Чем больше расстояние, тем больше фантазии. Пошли. Не-не-не-не-не. Нюша, я тут к тебе пришли. Бараш притянулся. Сработало. А? Так с чего я решил, что был одиноким? У меня были мои песни, моя популярность, моя загадочность в конце концов. Это не Бараш. Ты кто такой? Я Микки Пол, известный музыкант. Где Бараш? Мадемуазель, он скоро будет. Он просил меня передать, что скоро будет. Вот. Ну, я свое дело сделал и, пожалуй, пойду. Если позволите. Если позволите. Фу! Кажется, пронесло. Но как я повелся на чужую, дикую фантазию, которая не имеет ничего общего с реальностью? Обычно же все наоборот. Фантазирую я сочиняю всякие песенки, а остальные... О, мама! Это же отличная тема для песни. Я жил как жил, то ел, то пил, то под гитару голосил. Но повстречался мне чудак, он мне сказал, живешь не так. Что есть на свете идеал, и даже адрес написал. Ну надо же, ну надо же, ну надо же, ну надо же так. Оу, оу, и понял я, пора мне в путь. Вся жизнь моя сплошная муть. Что тот чудак был высший знак. Пора и мне собрать рюкзак. Я идеал тот отыщу и ей все песни посвящу. Ну надо же, ну надо же, ну надо же, ну надо же так. Оу, е! Ну они оба в каких-то фантазиях. Опупеть. Может это и есть счастье? Завидуешь? Ну, вот так на расстоянии есть, конечно, немного. Хотя, с другой стороны, зачем мне чужое счастье? Тем более такое большое, такое массивное. Я землю обошел кругом и отыскал заветный дом. Но в доме том увидел я, живет огромная. Я бросил в ужасе рюкзак и прочь понесся, как старикак. Ну надо же, ну надо же, ну надо же, ну надо же так. Оу, е! Классная песня! Как ты их придумываешь? Лучше не спрашивай. И стало вдруг понятно мне, нет идеала на земле. Нет идеала, мужики, но есть на свете чудаки. И жизнь один сплошной прикол. Про них пою я, rock and roll. Ну надо же, ну надо же, ну надо же, ну надо же.